Привет, и мы продолжаем игру с вами Потака. Играем мы сегодня составами от подписчиков и делаем рейд по боссам. Шестеро подписчиков оставили свои составы, и я думаю сегодня справиться с шестью боссами. Будем играть в хардкоре. Вот, надеюсь, это удастся. И первым написал подписчик с ником Викиллер Про. Попросил взять минигана, гранатомета, батареи, улей, стоп, ядерную бомбу, Васю и дядю Ваню. Ну что же, друзья, ай-яй-яй-яй, друзья. И здесь сразу же мисс Чистюли вот начинают битву, друзья. Ничего не могу с ними поделать, придется сразу же вот стрелять из минигана. Вот. Итак, видите, вредный мисс Чистюли просто втягивает все оружие. Вот, возможно, знак стоп, да, сработал. Пытает бросить улей. Отлично сработал. Вот, отлично, при помощи батарейки еще поджаривай этого монстра и начинаю стрелять из гранатомета. Вот, кстати, на заднем плане еще есть мисс Чистюли. Сейчас мы немножко их из гранатомета уничтожим. Вот так достается и этому боссу. Вот кто-то из подписчиков писал, что это Годзилла. Ну, по крайней мере, очень похож. Отлично. Итак, удается нанести кучу повреждений. Бросаю знак стоп, бросаю улей. И, к сожалению, мисс Чистюли все втягивает. Но здорово, что у меня есть миниган. Итак, колоссальное уничтожение. Ну и здоровье нашего героя уходит к минимуму. Не могу я пока справиться с мисс Чистюлями. Надо их добивать. Ну и если сейчас удастся завелить эту бабушку, я попытаюсь сбросить ядерную бомбу. Итак, ядерная бомба, взрыв, и это победа. Вот, очень мало оставалось здоровья, тем не менее удалось в хардкоре победить этого монстра. Что ж, просто здорово. И я беру следующую команду от подписчика с ником Муравей. Вот, попросил он взять арбалета и гранатомета. Без проблем, дружище, давай-ка мы возьмем арбалет. Вот он, плюс еще нам нужен гранатомет. Кроме того, гранатомету нужны заряды. Супер. Вот насчет вооружения попросил подписчик, чтобы я взял кислотный дождь, знак стоп и свинорол. Без проблем. Итак, давай-ка мы возьмем кислотный дождик. Кстати, люблю кислотный дождик. Очень универсальное средство. Вот в тех монстрах, где мисс Чистюли, он срабатывает. Свинорол, по-моему, был. Да, свинорол мы возьмем. И еще нам нужен знак стоп. Супер. Итак, все у нас есть. Давайте-ка еще подкуплю ядерную бомбу. Что насчет обороны? Сосед Вася и медведь. Сосед Вася есть. Дядю Ваню высажим. А берем помощь медведя. Ну что же, вперед, друзья. Итак, следующий босс. Следующий босс — это у нас вот такая вот болотная тварь. Попытаемся ее победить в хардкоре. Хотя, я скажу, друзья, это будет непросто. Очень непростой босс. Его можно только уничтожить, стреляя по глазкам. А в хардкоре это сделать вообще очень непросто. Итак, друзья, давайте-ка выпускаем кислотный дождник. Установлю я знак стоп. Вот, брошу свинорол. Отлично. Итак, вот пока удается. Итак, нет, давайте-ка я пока все же буду беречь. Вот, беречь буду гранатомет. Буду беречь арбалетик, потому что миссии очень непростые, в хардкоре очень тяжело играть. Итак, есть аптечка, друзья, я ее пока брать не буду, приберегу. Вот, буду стараться пока бить. Наверное, я случайно все же ее взял. Итак, где же арбалет? Вот, друзья, нельзя допускать, чтобы враги, вот эти скунсы, вот применяли свое гранатомет. Очень это вот проблемно. Итак, выпускаю свинорола. Вот, катится. Что там, вот, наносил повреждения. Итак, пусть ружье пока перезаряжается. Давайте-ка посмотрим, что здесь происходит. И главное, пока бить по глазкам этого монстра и не забывать вот о скунсах. Вот, пока все у нас удачно идет.
Вот, то есть практически половину здоровья уже удалось уничтожить этой болотной твари. Итак, вот там есть на заднем плане скунс. Есть. Удалось его уничтожить. Пусть пока перезаряжается ружье, а я выпускаю кислотный дождик. Отлично, стреляем по глазкам. Вот где там еще скунсы? Отлично, удается мне стрелять из арбалета и их понемножку уничтожать. Здорово. Отлично, есть у нас еще свинорол, давайте-ка я запущу его, отлично. Итак, где же наш гранатомет? Нет, пока надобности в этом особо нету. Вот, перезаряжаемся и стреляем по глазкам, если только не открывается. Итак, вижу скунса, есть, удалось его уничтожить при помощи арбалетной стрелы. Очень даже неплохо. Итак, стреляем по глазкам и продолжаем наносить повреждения этой болотной твари. Итак, появились скунсы. Удар гранатометом. Закончились вот заряды гранатомета. Я уже начал стрелять стрелами. Вот, ну и это уже, друзья, победа. Итак, последний выстрел по глазику. И мы победили. Просто великолепно. Итак, замечательно, друзья, справились в хардкоре и с этим боссом. А следующая миссия от Ромы Ребрыш. Попросил Рома Ребрыш, чтобы я взял арбалета и огнемета. Хороший выбор, без вопросов. Вот только к арбалету я докуплю стрел. Вот вместо гранатомета возьмем огнемет. Что насчет Рома, насчет взрывчатки написал? Итак, холодильник, бомба-вонючка, улей и батарейка. Вот, довольно-таки интересные бомбы. Попробуем. Итак, нам нужен холодильник. Вот он. Дальше батарейка. Замечательно. Бомба вонючка. А, прошу прощения. Да. Вот, бомба вонючка и улей. И у нас уже будет полностью комплект. Улей и бомба вонючка. Супер. Что насчет обороны? Попросил Рома, Вася и Ваня. Все понятно. Васю мы оставляем и добавляем дядю Ваню и идем в бой за следующим боссом. А следующий босс это у нас вот такая вот механическая тварь, вот с которой, кстати, тоже будет очень непросто справиться, потому что он втягивает все вооружение. То есть я здесь мало что сумею сделать, но тем не менее будем как-то стараться справиться. Вот, кстати, не уверен я, что в хардкоре удастся нам победить. Возможно, нужно было взять обычную миссию. Ну, буду стараться. Итак, друзья, давайте-ка начинаем стрелять. Стараемся носить... И да, друзья, я могу воспользоваться бомбовонючкой. Итак, смотрите, что делают вредные твари. Стреляют из гранатомета. Могу я попытаться воспользоваться батарейкой, но видите, все втягивает этот монстр. Вот, кстати, где арбалет? Я пытался вот, уничтожить эту тварь. Вот как и батарейку, все втягивает. Все, что мы можем использовать, это только бомбу-вонючку. Хотя, смотрите, друзья, сколько удалось здорово жизни забрать у врагов. Я стреляю из арбалета, наношу колоссальные повреждения. Вот, ага, это, возможно, друзья, помогает нам бомба-вонючка. Вот, здорово. Ну что же, поджариваем эту вражескую машину при помощи вот огнемета. И вот так без проблем удалось победить. Честно говоря, я удивлен, друзья, что вот так легко удалось победить этого монстра в хардкоре. Ну, тем не менее, победа. Итак, супер. Просто великолепно. И я беру следующую команду от нашего подписчика. И это Лев Черный и Лего. Вот, попросил он взять минигана и УЗИ. Вот, кстати, очень необычный вот такой вот состав вооружения. Миниган есть и еще УЗИ. Вот, здорово. Что насчет взрывчатки? Итак, как я... Ага, друзья, я прошу прощения. Вот, следующий состав от Артема ТВ, а потом Лев Черный и Лего. Итак, Артем ТВ, миниган и арбалет. Я прошу прощения, вот идут у меня по списку. Вот я пропустил почему-то. Итак, миниган плюс арбалет. Что у нас насчет взрывчатки? Артем ТВ. Рояль, кислотный дождь.
Давайте-ка я возьму все же паучий рояль. Кислотный дождик. Улей и ядерная бомба. Здорово. Просто-просто великолепно. Отлично. Плюс еще оборона. Это медведь и дядя Ваня. Вот, здорово. Дядя Ваня есть. Я его оставлю. И плюс еще медведь. Ну, вот такая вот команда от подписчика. И следующий босс это у нас танк. Вот, босс 8 уровня. И давайте-ка я попытаюсь справиться им в хардкоре. Итак, миссия от подписчика Артем ТВ. Вот. Отлично, друзья. Итак, давайте-ка сразу же активирую кислотный дождик. Бросаю улей, бросаю рояль и сразу же вот подключаю миниган. И начинаем все уничтожать на своем пути. И комарики, и крокодилы. И наносить повреждения танку. И не забываю про рояль, не забываю про кислотный дождик и про улей. И продолжаю наносить тотальное уничтожение миниганом. Итак, смотрите, что делается. Как здорово. Но очень быстро закончились патроны. Вот, но это уже, друзья, не имеет значения. И вот я просто добиваю из арбалета оставшегося танка и крокодилов. Ну, вот так легко и непринужденно удалось победить. Хотя с последним боссом после последнего обновления это будет вот очень-очень непросто. Тем не менее, вот так здорово в хардкоре с командой от подписчика Артем ТВ удалось победить. Ну, а сейчас команда от подписчика с ником Лев Черный и Лего. Вот, прошу прощения, идет по списку, я немножко что-то сбился, но ничего страшного, сейчас мы возьмем этот состав. Итак, миниган и УЗИ. Вот, миниган, докупляю, боезапас, берем УЗИ, супер, дальше у нас идет молотов, коктейль, я так понимаю, динамит. Ну, давайте-ка попробуем взять этот состав. Итак, коктейль Молотова. Вот динамит. Дальше у нас вот идет кислотный дождь и ядерная бомба. Вот здорово, здорово, что кислотный дождь. Люблю это оружие. Плюс еще ядерная бомба. Если что, в конце будем бросать. Что насчет обороны? Подписчик написал. Лев Черный и Лего, это Ваня и Медведь. Кстати, вот ничего менять не надо. Ага, друзья, я, к сожалению, тем не менее, вот такой вот состав собран. Итак, вперед. И следующий босс, это у нас гигантский кабан. Вот где он. Кстати, друзья, почему-то у нас перешло на самое начало. Давайте-ка я возьму. Где это босс 9 уровня? Этот гигантский кабан. Вот он. Вот давайте-ка попробуем победить его в хардкоре. Хотя это будет очень непросто. Итак, команда от подписчика Лев Черный и Лего. Вот. И я сразу же, друзья, активирую кислотный дождик. Потому что с этим кабаном будет справиться очень непросто. Итак, пытаюсь забросать его динамитом. И сразу же подключаю миниган. И тотальное уничтожение. Смотрите, что он делает. Еще призывает их каких-то летающих поросят. Вот продолжаем, друзья, его атаковать. Продолжаем наносить повреждения. Вот так. Здорово, здорово, здорово. Итак, еще кислотный дождик. Еще коктейль Молотова. И еще динамит. Вот пока не удается мне, друзья. Итак, подключаю УЗИ. Подключаю УЗИ. И смотрите, как здорово удается наносить повреждения. Еще кислотный дождик. Еще динамит вот с коктейльным Молотова. Вот удается пока как-то отстреливаться. Но это все происходит очень как-то непросто. Итак, друзья, скорее всего сейчас придется активировать ядерную бомбу. Хотя вот, да, остался только один кабанчик. Вот удалось сбить его оружие, и я пытаюсь его как-то запинать. Вот еще остается немножко жизни, и удалось, друзья, справиться без ядерной бомбы, хотя я уже переживал, что придется воспользоваться. Вы видели, здоровье было на минимуме. Тем не менее, удалось победить в хардкоре этого монстра.
Итак, супер, друзья, переходим к последнему боссу и беру последнюю команду на сегодня от подписчика с ником Супер Алекс. Вот, попросил он взять миниган и гранатомет. Без проблем, дружище. Давай-ка мы возьмем твое оружие. Вот миниган и гранатомет. Вот только нужно докупить боезапас к этому вооружению. Что насчет взрывчатки? Ядерная бомба. Отлично, она у нас есть. Бомба-вонючка, рояль и улей. Вот, давайте-ка возьму бомбу-вонючку. Возьмем рояль. И возьмем улей. Ну, как-то вот так. Что насчет обороны? Это дядя Ваня и медведь. Вот тоже ничего менять не надо. Ну что же, вперед, друзья. Атака и последний босс. Последний босс очень крутой. Очень непросто, друзья, его будет победить. Но я надеюсь, у нас все получится. Вот очень-очень непростой босс. Вот этот какая-то кран-балка. Вот с инопланетным вооружением. И надеюсь, вот удастся нам справиться командой от подписчика Супер Алекс. Итак, здорово, вперед. И, друзья, я сразу же активирую улей, активирую бомбу-вонючку и сбрасываю рояль. Вот, кстати, где наш гранатомет? Вот, попытаюсь сразу же из гранатомета уничтожить. Ай-яй-яй, друзья, смотрите, там есть вот бетономешалки. Давайте-ка я попробую сразу же их уничтожить. Итак, бросаем в вооружение все, что возможно, в атаку. Итак, где же наш миниган? Вот, удается мне уничтожать немножко бетономешалки. Продолжаю активировать бомбу-вонючку. Бросаю улей. Вот, и пытаюсь... Да, вот, друзья, вы видели, там еще летят кирпичи. Надо их сбивать, потому что они наносят очень много повреждений. Итак, здорово, выбиваем бегемотиков. Вот, активирую еще, друзья, вот, улей. Сбрасываю рояль и активирую бомбу-вонючку. Вот, продолжаем наносить повреждения. Итак, я сбрасываю ядерную бомбу. Взрыв, тотальное уничтожение. И остается, друзья, только добить миниган. И это будет победа. Вот, есть возможность бросить бомбу-вонючку. Но смотрите, друзья, у меня вот уже все по минимуму. Вот, добивает наш отряд. Вот, я пытаюсь сбросить улей, но у меня уже нету вооружения. К сожалению, друзья, к сожалению, это, скорее всего, сейчас будет проигрыш. Ничего я поделать не могу. Пытаюсь вот добить вражеского босса. Вот, несколько выстрелов, и будет победа. Ну что же, итак, два заряда, и мне не хватило сил, чтобы победить этого босса. Хотя и здоровье уже босса было на минимуму. Ну, как-то вот так. Ну что же, друзья, сегодня я на этом уже с вами прощаюсь. Не удалось мне справиться с командой от подписчика. Вот, надеюсь, в следующем видео это лучше у нас получится. А сегодня прощаюсь, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах и комментариях вот ваши составы для следующих битв с боссами. Я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. А чтобы, друзья, не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!